В актовом зале районной администрации прошло заседание антитеррористической комиссии. Первый вопрос повестки дня – защищенность учебных заведений при проведении Дня знаний и обеспечении безопасности. В нашем районе функционируют 60 образовательных организаций, 30 школ, 27 детских садов и 3 учреждения дополнительного образования. Все учреждения отрасли образования обеспечены квалифицированной физической охраной в соответствии с заключенными договорами. Следить за безопасностью школьных линеек будут сотрудники районного отдела МВД. Возьмут под контроль полицейские и безопасность при проведении сентябрьских выборов. Сотрудники ГИБДД проследят за ситуацией на дорогах в период массовых мероприятий. Глава района поручил проследить, чтобы дорожную разметку обновили перед всеми учебными заведениями муниципалитета.